Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что с введением виз для россиян спешить не следует. По его мнению, такая инициатива вряд ли будет эффективной. Для многих граждан Украины введение виз будет крайне нежелательно, поскольку тысячи людей имеют родственные связи по ту сторону границы, а также ездят в Россию на заработки. Напомним, в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий сообщил, что Министерству иностранных дел было отдано распоряжение в кратчайшие сроки разработать механизм введения визового режима для граждан России, а до его введения сделать въезд для россиян только по заграничным паспортам. Кроме этого, Совет Безопасности Украины принял решение начать процесс выхода Украины из СНГ, а также обратиться к ООН с просьбой сделать Крым демилитаризованной зоной. Также Киев намерен в ближайшее время эвакуировать с полуострова всех украинских военных и граждан Украины, которые изъявят желание покинуть зону. Ранее во вторник президент Российской Федерации сообщил, что вносит в парламент конституционные законы, которые позволят Севастополю и Крыму войти в состав РФ. Российская сторона пока не выступала заявлением о каких-либо ограничениях на въезд для украинцев. При этом, как сообщают очевидцы, по факту некоторые проблемы с въездом на территории обеих стран начались и для россиян, и для украинцев, начиная с середины марта.